Груша сварог, сорта сварог. Груши достаточно крупные, до 80 грамм. Сам вкус груши маслянистый, приятный, нежный. Груши поспевают у нас в Сибири в конце сентября. Уже такой в полную спелость входят. Это для Сибири, это поздний сорт. Замечательный сорт, выровненностью плодов, крупнотой, нежной мякотью маслянистой и ежегодным плодоношением. Груша сорта лель. Раннего срока созревания. Груша считается летняя лель. Это выведен сорт в садоводстве НИИ имени Лисовенко. Груша очень хорошая. Вот она уже поспела. У нас в Сибири в этом году нехарактерные температуры. Август весь отстоял до 30 с лишним градусов, поэтому она поспевает быстро в этом году. И, конечно же, не задерживается на дереве. Поэтому у нас уже вот остались остаточные плодики. Вся остальная грушка уже у нас и в компотах, и посъелась, и по родственникам. Плоды у груши лель такие широкогрушевидные формы. В основном они зеленого цвета. При поспевании начинает появляться такой лимонно-желтый цвет. Сама мякоть, вот сейчас разрежу, покажу. Сочная. Мякоть сочная, белая, полумаслянистая. Ну вот, вообще груша десертного вкуса. С десертным вкусом сорт.